السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في محكم كتابه: والأسر إن الإنسان لفي خسر. Я снова приветствую вас. Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Прежде чем начать нашу беседу, хотелось бы сказать коротко о той пользе, которую может принести каждому из нас эти собрания. Всевышний Аллах в Священном Коране изволил сказать, обращаясь к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям: напоминай, ибо напоминание приносит пользу верующим. В этом аяте есть несколько очень важных моментов. Во-первых, слово «напоминай». Как исходит из слова «напоминай», относится к тем случаям, когда человек что-либо знает. То есть не обязательно, чтобы человек был невежественным, не обладал знаниями, чтобы что-то ему сказать. Человек может и знать что-то, может знать определенными знаниями и познаниями, но при этом нуждаться в напоминании, нуждаться в том, чтобы ему напомнили об этом, об этой вещи, об этом знании. И поэтому очень важным является и неоднократно в хадисах от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и непорочных имамов, алейхим ассалам, приводится хадис неоднократно о важности собрания для напоминания заветов и законов Всевышнего Аллаха. Поэтому очень важным является то, чтобы мы, собираясь в подобных местах, понимали важность этих собраний. Очень часто братья после подобного собрания обращаются ко мне с подобным призывом, что эти собрания не имеют никакой пользы для них, так как они и так все это знали. Мы в хадисах встречаем неоднократно то, как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сам нуждался или проявлял внешнюю нужду, чтобы обучить мусульман к этому. Он нуждался в том, чтобы напомнили ему о том или ином заповеди ислама. Во-вторых, дорогие братья и сестры, мы живем в Москве, живем в России, живем среди общества, где ценности, если не соответствуют, не только не соответствуют ценностям ислама, но более того, противоречат законам и заповедям ислама и тем ценностям, которые проповедует ислам. И поэтому, вне зависимости от нас, вне зависимости от нашего желания, от нашей воли, мы подвергаемся влиянию окружающей нас среды. То есть перенимаем ценности, перенимаем идеологию той местности, в которой мы живем. И поэтому нам необходимо хотя бы раз в неделю собираться в такие собрания и обновлять собственную идеологию, напоминать, вспоминать те принципы, те ценности, которые исповедует ислам, так как мы являемся мусульманами и веруем в священный Коран, во Всевышнего Аллаха и стремимся к нему. И поэтому с этой точки зрения играет очень огромную роль смена обстановки именно в таком формате. Что касается нашей темы нравственности, я бы хотел коротко сказать по поводу этого. Дело в том, что нравственность на Западе, нравственность в том обществе, в котором мы живем, воспринимается не так, как нравственность воспринимается в исламе или в священном Коране, не так, как понимается
нами и нашими учеными. Дело в том, что нравственность на Западе означает некие внешние проявления человека. То есть, по сути, под нравственностью западное общество, то общество, в котором мы живем, принимается, они понимают это как эстетические моменты жизни человека. Но ислам смотрит на вопросы нравственности совсем иначе. Для ислама нравственность – это то, что исходит из глубины души человека. Его действия и внешние проявления не есть сама нравственность. Но эти самые проявления, эстетика, его движения, его действия и деяния исходят исключительно от его внутреннего мира. То есть мы видим, что западное общество воспринимает нравственность как внешние проявления человека, его действия, есть сама нравственность для западного общества, для западных мыслителей и западной цивилизации. Но ислам не считает эти самые действия самой нравственностью. Нравственность – это нечто изнутри, исходящее внутри человека, составляющее нутро, которое проявляется в тех же самых внешних действиях, но может и не проявляться в этих внешних действиях. Таким образом, нравственность, основой нравственности в исламе является в первую очередь вера человека в загробную жизнь, в ангелов и, конечно же, в первую очередь во Всевышнего Аллаха. И поэтому важным моментом в данном случае является рассмотрение веры, что есть вера, так как мы видим, что многие люди считают, что у них есть вера, они считают себя верующими, и в Коране об этом сказано. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالت الأعراب آمنا. Всевышний Аллах говорит, бедуины говорят, мы уверовали в Аллаха, во Всевышнего Аллаха. Далее говорит, لن تؤمن. То есть они не уверовали. Вера – это не что-то одностороннее. Вера имеет две стороны. Первая сторона – это мы, вторая сторона – это тот, в кого мы верим. И поэтому вторая сторона обязательно должна принимать нашу веру. И мы видим, что есть люди, которые утверждают, что верят в Аллаха, но при этом вторая сторона не принимает их веру. Говорит, «Лян тумину, лакинна гульту, гулу, лакинна гулу, аслямна». Но говорите, не говорите, мы уверовали, говорите, мы предались, то есть мы перестали сопротивляться данному призыву. И поэтому очень важным является понимание сути веры, что есть вера. И мы, иншаллах, по ходу наших занятий будем освещать данный вопрос посредством аятов Священного Корана и речей пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и его непорочного семейства. Я прочитал один аят из Священного Корана. Всевышний Аллах гласит: «Валь асри иннал инсана ла фи хуср». Клянусь временем, человек находится в убытке. Человек терпит убыток. Всевышний Аллах клянется временем. И это основная смысловая нагрузка в данном аяте, клянется временем. Так как время является основным и самым ценным капиталом человека. Всевышний Аллах говорит, клянусь временем, человек находится в убытке. И речь не идет о каком-то определенном человеке или какой-то определенной группе лиц. В аяте слово «человек» использовано в такой форме, что дает нам понять, что речь идет о сути человека, о его сущности, о его природе. То есть сама по себе природа человека такова, что он с истечением времени, с прохождением периодов и времен теряет
теряет тот капитал, тот свой самый ценный и важнейший капитал, коим является то самое время, о котором клянется Всевышний Аллах. То есть, по сути, человек, тот капитал, который изначально единственный капитал, данный ему в этой жизни, он со временем, с прохождением этого времени теряет, находится в убытке. Но далее Всевышний Аллах делает исключение и говорит: «Илля ладейна амен», кроме тех, кто уверовал. То есть в первую очередь Всевышний Аллах исключает из тех лиц, из тех групп, которые теряют, находятся в убытке, в первую очередь исключает людей, уверовавших. «Илля ладейна амену ва амилю ссалиха». И далее Всевышний Аллах говорит: «И тех, кто совершает благие деяния». Здесь надо обратить внимание на то, что речь не идет о какой-то определенной, о каком-то определенном деянии. Речь идет о всех благих деяниях. Опять-таки, согласно арабской грамматике, в данном случае мы не можем толковать благие деяния, иначе как все благие деяния. Именно форма использования данного слова говорит нам о том, что здесь имеется в виду все благие деяния. И поэтому те люди, которые совершают одни благие деяния и избегают других благих деяний, они не входят в эту группу лиц, которых Всевышний Аллах исключил из групп лиц, которые терпят убытки. То есть если человек, другими словами говоря, если человек совершает молитву и при этом не держит пост, он не входит в эту группу исключения. И так далее. Далее вы уже можете сами додумывать. То есть благие деяния имеются в виду в данном аяте все благие деяния. Амалюс салихат. Там использован алифлам, который в данном случае является аналогом слова куль. То есть все благие деяния. И другого значения в данном случае применить нельзя. Илля ладейна амену ва амилюс салихат ва тавассау биль хакки. И призывают друг друга, ва тавассау биль хакки. Призывают друг друга к истине, ватавассау биссабр, и призывают друг друга к терпению. То есть, в первую очередь, здесь рассмотрена вера. Основой всего этого, основой счастья, если говорить нашим языком, понятным нам языком, основой счастья является вера, которая невозможно без деяний. То есть вера, она подразумевает определенные деяния. И при этом все деяния, они какие-то определенные. Есть люди, которые, мы видим, совершают какие-то поступки, например, читают молитву, держат пост, но при этом воруют, берут у других их имущество, забирают их имущество. Эти люди, подобные люди, не входят в эту группу. И вера, она полностью зависима от деяния. И деяние есть следствие веры. То есть человек, совершая благие поступки, чем больше он совершает благие поступки, он увеличивает свою веру. И прямым, самым непосредственным образом вера зависит от деяния. И наоборот. Наоборот. Поступки и деяния человека зависят от веры. Если человек обладает верой, то несомненно он будет совершать эти благие поступки. Но при этом мы можем видеть благие поступки людей, действия определенные, которые могут не зависеть от веры. То есть бывает так, что есть определенный благой поступок, есть хорошее деяние, источником которого не является вера, источником которого является что-то другое.
но не сомненным следствием веры, будет деяние. В аятах Корана и в речах пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, данный вопрос очень ясно и четко прояснен. В суре Ибрахим, аяте 18, Всевышний Аллах изволил сказать: «Ауду биллахи мина шайтани раджим, мэталю ладзина кафару би раббихим, а'малухум карамадин иштаддат бихи ррих, фи йоумин асифин». لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. Всевышний Аллах говорит: пример тех, которые не уверовали в Аллаха, пример тех, кто не уверовали в своего Господа, их деяния подобны пеплу. Их деяния подобны пеплу. То есть мы видим, что если человек не уверовал во Всевышнего Аллаха, если не обладает верой, но при этом совершает определенные поступки, определенные деяния, старается в этой жизни чего-то достичь, его деяния, эти самые деяния подобны пеплу. Кармадин штаддат бихирри. Подобны пеплу, над которым усилился ветер, над которым усилился вихрь. Фи йоумин асфин. И то в день, в бурный день, Ля якдируна мимма кесабу. И Всевышний Аллах говорит: они не способны, эти самые люди, которые не уверовали в Всевышнего Аллаха, прожили свою жизнь и при этом совершали множество благодеяний, لَا يَكْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ. Они не способны приобрести, они не способны завладеть результатами тех самых деяний, которые они совершали в своей жизни. لَا يَكْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ. ذَلِكَ الزَّلَالُ الْبَعِيدُ. И это заблуждение далекое, то есть заблуждение, с которого человеку очень трудно вернуться. И поэтому деяния должны иметь основу в виде веры. И вера должна быть основой всей человеческой жизни. И что бы человек в этой жизни своей не делал, без веры, без искренности эти деяния являются пеплом, который человек не способен собрать. Есть другие аяты на эту же тему. Например, в суре Нур, 39 и 40 аяты, Всевышний Аллах изволил сказать: «Вальдадина кафару амалухум касарабин бигиатин яхсабуху зам'ан маан». Те, которые не уверовали, их деяния подобны миражу в пустыне. Их деяния подобны миражу в пустыне. Яхсабху зам'ан ма'ан. Жаждущий представляет, что это вода. Думает, что это вода. Хатта иза джа'аху лам яджидху шей'ан. И когда он подходит туда, не находит ничего. То есть деяния людей, которые не уверовали во Всевышнего Аллаха, их поступки, их стремления подобны стремлению, поступку человека, который находится в пустыне, без воды, жаждет. Ему представляется мираж, ему кажется, что он видит воду и направляется туда, и в итоге приходит и ничего не находит. И вся наша жизнь напоминает вот этого человека, поступки и моменты, прожитые этим человеком. Всю свою жизнь человек стремится к чему-то, стремится приобрести что-то, совершать какие-то поступки. Кто-то воспитывает детей и старается делать для него все, чтобы он вырос достойным человеком, вырос в достойном обществе и при этом прибегает к немыслимым
каким-то поступкам и деяниям, и при этом он не стремится к Всевышнему Аллаху, забыл своего Творца, и все его стремления направлены исключительно на какие-то ценности в этом мире и следующий мир, и стремление к Богу его абсолютно никоим образом не волнует. И все эти деяния, которые он совершает, все эти усилия, которые он прикладывает для достижения этих целей, напоминают человека, который стремится к воде, ему кажется, что это вода, а на самом деле оказывается мираж, и он ничего не находит. И далее Всевышний Аллах говорит очень тонкие слова. Всевышний Аллах говорит: «Хатта иза джааху лам яджиду шайян». И когда он подходит туда, он не находит там ничего. «Ваваджад Аллах». Он не находит там воду, но находит Всевышнего Аллаха. Находит Всевышнего Аллаха. «Ваваджад Аллаха индаху фаваффаху хисабаху». И Всевышний Аллах требует с него расплаты сполна. За ту самую жизнь, которую он прожил, он требует расплаты сполна. Валлаху сарибуль хисаб. Поистине Всевышний Аллах быстр в расчете. В следующем аяте Всевышний Аллах приводит еще один пример, приводит еще одно сравнение для подобных людей, которые не уверовали во Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах говорит: те, которые не уверовали, подобны мраку фи бахрин люджиин, мраку на дне моря. Я обшагу молчу. Море, которое покрыт волнами, которые на поверхности которого бушуют волны, минфовгихи и сабы, и поверх этого моря находятся облака, то есть полностью море покрыто облаками. То есть мы видим, что Всевышний Аллах приводит пример полного мрака, когда на дне моря, как все знаем, нет никакого света, полный мрак, и более того, поверх моря еще бушуют волны, и поверх этих волн еще солнце прикрывается облаками. То есть мрак во мраке. Зульматун ба'зуха фовга ба'зин. Всевышний Аллах говорит: мрак один на другом. Один мрак на другом мраке. Иза ахраджа ядаху. И приводит очень красноречивые слова. И когда этот человек, который находится в таком состоянии, протягивает руку перед собой, этот человек не способен увидеть собственную руку. То есть часть себя. Он не способен увидеть даже часть себя, так как нету никакого света, нету никакого луча, чтобы он это увидел. Лякин иза ахраджа ядаху лам якад яраху. И когда он вытягивает руку, не способен увидеть. И тот, кому Всевышний Аллах не даровал света, тот не способен приобрести свет. Этим светом является та самая вера, которая освещает человеческую жизнь и дарует ему счастье в будущей жизни. И даже правильнее сказать, в единственной жизни, так как жизнь после смерти, жизнь в будущем мире является истинной жизнью, а эта самая жизнь, этот мир, в котором мы на данный момент находимся, является неким прототипом, неким подобием жизни. На эту тему также есть хадисы от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и непорочных имамов, алейхиссалам. Очень часто мы можем слышать от наших
друзей, от наших братьев, которые, с которыми мы общаемся, и которые заявляют о своей вере во Всевышнего Аллаха, читают молитву, держат пост и так далее. Даже не буду говорить о других. Я сам и мы сами часто сталкиваемся с таким мышлением, что смотрим вокруг себя и не находим ничего, не находим. Считаем себя теми, кто не достиг в этой жизни ничего, смотрим на тех, кто что-либо достиг. Ну, не знаю, кого можно привести пример. Допустим, тех самых бизнесменов успешных, и в какой-то степени завидуем им. Есть один хадис на данный случай, очень интересный. Хадис приведен в Бихар Ланваре, том 64, страница 147. Хочу заметить, что в Бихар Ланваре целый том посвящен вопросам веры. То есть приведены хадисы, где поясняется положение и достоинство веры. И это 64 том. Так вот, в этом томе 147 страница, глава довольства верой, приводится от имама Садыга, алейхиссалама, некий хадис, что некий человек подошел к имаму Садыгу, алейхиссаламу, судя по всему, был одним из сторонников имама Садыга, алейхиссалама, и заявил, и стал жаловаться на имама Садыга, алейхиссалама, жаловаться на свою нищету, на то, что у него ничего нету, ни дома, ни верблюдов и так далее. Имам Садыг, алейхиссалам, сказал следующие слова. «Бама арифука фагира». Имам Садыг, алейхиссалам, обращаясь к этому человеку, изволил сказать: «Я не считаю тебя нищим, не считаю тебя бедным человеком». И тут этот человек начал, поклялся Аллахом и стал доказывать то, что это он бедный человек и ничем не обладает, никаким имуществом. Но имам Садыг, алейхиссалам, стал опровергать его и сказал, имам Садыг, обращаясь к этому человеку, говорит: если я заберу у тебя любовь к Ахлюль-Бейту, взамен на богатство, то есть я тебе дарую богатство, взамен заберу у тебя твою веру и твою любовь. Твою веру и твою любовь к Ахлюль-Бейт, алейхиссалам. Будешь ли ты доволен подобным договором, подобным обменом? Человек, этот человек, который жаловался, отказался от данного поступка, отказался и категорически стал заявлять, что он не согласен на подобный обмен. То есть мы видим, что имам Садыг, алейхиссалам, пытался показать и объяснить данному человеку, насколько важна вера, которой обладал этот человек, насколько важна та любовь, которую он испытывает ко Всевышнему Аллаху и его наместникам на земле, и насколько это ценно. Насколько это ценно и не сравнимо ни с какими богатствами, ни с каким имуществом, которое человек способен в своей жизни приобрести. И даже более того, если собрать все ценности, все богатства этого мира, то сравнение этих богатств с верой и любовью ко Всевышнему Аллаху и его наместникам несравнимо. То есть это сравнение абсолютно абсурдно и неуместно. И мы знаем из жизни пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, что ему многобожники Мекки неоднократно предлагали взамен на отказ от собственной идеологии, отказ от проповедования ислама, предлагали имущество, богатство, правление Аравийским полуостровом,
множество жен и так далее. И мы знаем, что мы знаем все прекрасно, как ответил пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Он сказал: если вы положите в одну мою руку луну, а в другую руку солнце, то я откажусь от вашего предложения. То есть, по сути, его светлость изволит сказать, что если вы подарите мне всю Вселенную, даже в этом случае я откажусь от вашего предложения. Так как вера, которой мы все обладаем, это в какой-либо степени это не было, так как мы знаем, что вера, она имеет определенные степени и уровни. У кого-то его меньше, у кого-то больше. Эта самая вера, она бесценна, ее надо ценить. Это источник вечной жизни, источник богатства и причина, по которой человек не входит в ту самую группу, которую Всевышний Аллах назвал теряющими и находящимися в убытке. Другие хадисы на эту тему. Также в Бихар Ланваре, в тот же самый том, 64, страница 65, глава «Достоинство веры и его условия». На мой взгляд, этот хадис наилучшим образом проясняет достоинство веры, и лучшего выражения, лучшего объяснения достоинства и положения веры вряд ли можно найти. Хадис от имама Садика, алейхиссалама, который изволил сказать: «Ля яктуру л-халаику аля кун хисфат Аллахи Азза ва Джалла». Не способны творения постичь сущность Всевышнего Аллаха и его атрибутов. Здесь использовано также «аль-халаик» во множественном числе и означает, что Ни одно творение Всевышнего Аллаха не способно постичь атрибуты и сущность Всевышнего Аллаха. فَكَمَا لَا يُقْدَرُ عَلَى كُنْهِ صِفَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَكَذَلِكَ لَا يُقْدَرُ عَلَى كُنْهِ صِفَاتِ الرَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. И точно так же, как невозможно постичь сущность атрибута Всевышнего Аллаха, невозможно постичь сущность и атрибуты посланника Аллаха Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Далее имам Садик, алейхиссалам, изволил сказать: «Вакама ла югдару аля кунхи сифати ар-расуль, саллаллаху алейхи ва саллям, факадалика ла югдару аля кунхи сифати ар-имам». То есть точно так же, как невозможно постичь атрибуты посланника, невозможно постичь атрибуты имама. وكما لا يقدر على كنه صفة الإمام كذلك لا يقدر على كنه صفة المؤمن. То есть точно так же, как невозможно постичь атрибуты имама, невозможно постичь его сущность имама, невозможно постичь атрибуты и сущность мумина, то есть человека уверовавшего, человека обладающего верой. Эти слова на самом деле является лучшим объяснением, лучшим пояснением достоинств и положения веры человека. Так как мы знаем, что вещи, которые можно постичь, по своей сути являются маленькими. То есть человек способен постичь вещи, которые являются маленькими. Чтобы он мог это постичь, неизбежно они должны быть маленькими. И крупные вещи, большие вещи, обладающие большими достоинствами, ценностью, не способны постичь люди. И более того, ангелы, одни из совершеннейших творений Всевышнего Аллаха, могут постичь вещи, которые невозможно постичь людям. Человек не может постичь их. Но при этом имам Садик, алейхиссалам, говорит, этого самого верующего и веру не могут постичь никто. То есть ни одно творение, в число которых входят также ангелы. Это яснейшее объяснение положения, высокого положения веры. Есть также другие хадисы, в том же самом Бихаре, 71 страница, также 64
том от имама Садыка, алейхиссалама, который изволил сказать: «Аль-му'мину азаму хурматан мин аль-Кааба». Положение верующего превосходит положение Каабы. И мы знаем, что от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, имеется хадис, где он изволил сказать, обращаясь лицом к Каабе, посланник Аллаха сказал: «Ма азамака ва азама хурматак аляллах». Насколько же велико твое положение и твое уважение перед Аллахом. И при этом мы видим хадис от непорочного имама, имам Садыка, алейхиссалама, который говорит: положение, уважение человека, обладающего верой, превосходит положение и уважение Каабы. Есть также хадис, другой хадис от имама Садыка, алейхиссалама, в книге «Ас-сифату ш-шиа», страница 181. Некий человек подошел к имаму Садыку, алейхиссаламу, и поинтересовался, видят ли ангелы обитателей земли. Имам Садыку, алейхиссалам, ответил: «Ла яруна илля л-муминин, лианна л-мумина мин нурин ка нури л-кавакиб». Имам Садыку, алейхиссалам, изволил сказать: они не видят никого, кроме верующих, так как верующие состоят из света, подобно свету звезд. Есть другие хадисы от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Также адрес Аль-Мустадрак Аль-Васаиль, том 5, страница 78, который изволил сказать: «Якулу Аллаху азза ва джалля». Всевышний Аллах сказал, это слова пророка Мухаммада, который говорит, Всевышний Аллах сказал: «Ма тараддатту фи шайин ана фаилу». Я никогда не сомневался и не сомневаюсь ни в одной вещи, которую совершаю. «Ка тараддуди аляль мумин ли анни ухиббу лика аху ва якраху л-мут». Я не сомневаюсь ни в одной вещи, которую совершаю, подобно сомнению, которое я испытываю относительно верующего, когда забираю его душу, потому что, то есть причина приводится, потому что я жажду встречи с ним, но он избегает, остерегается смерти. Здесь, конечно, нужно заметить, что верующий человек избегает смерти и стремится прожить еще дольше, только для того, чтобы еще больше приблизиться ко Всевышнему Аллаху, так как единственное средство и единственное место, где можно приблизиться ко Всевышнему Аллаху, является этот наш мир, дунья. И именно здесь человек приближается ко Всевышнему Аллаху. И если человек, верующий мумин, избегает в своей душе, не хочет умирать и покидать этот мир, это только обусловлено тем, что он хочет еще ближе, еще больше постичь Всевышнего Аллаха, еще больше увеличить в себе любовь к Нему, еще больше приблизиться к этому. И здесь, конечно, в этих словах Всевышнего Аллаха наши ученые давали определенные толкования, смысл которых сводится к следующему итогу. Здесь сомнение, о котором идет речь, невозможно уподоблять тому сомнению, которое испытывает человек. То есть, как мы испытываем сомнения, каковы наши сомнения? Мы, когда находимся на распути, то есть у нас есть два пути – совершить одно действие или совершить другое действие. Наше сомнение обусловлено только тем, что мы не знаем, какое из этих двух действий более выгодно для нас. И, конечно же, подобное сомнение невозможно для Всевышнего Аллаха, так как незнание, невежество далеки от него. И сомнение в данном случае означает, что
и смерть, и не смерть. Совершение и несовершение этого действия по своей выгоде равнозначны. И, конечно же, выгода здесь имеется в виду для раба, а не для самого Всевышнего Аллаха. Так как Всевышний Аллах самодостаточен, не абсолютный, и поэтому никакой выгоды и ни из какого действия для себя не извлекает. Есть другие хадисы на эту тему. Также приводится в книгах следующий хадис. Всевышний Аллах говорит: «Лау лам якун фил арды илля му'минун вахид». Если бы не было на земле людей, кроме всего лишь одного верующего, му'мина, «Лактафайту бихи анджамии хальги». Я бы довольствовался бы им. وَجَعَلْتُ لَهُ مِنْ إِيمَانِهِ أُنْسًا لَا يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَىٰ أَحَدٍ. Здесь, конечно же, возникает вопрос, то есть здесь Всевышний Аллах отвечает на предполагаемый вопрос, что если человек находится в определенных условиях, в одиночестве, то у него возникает определенная паника, он нуждается в общении, в обществе и так далее. И Всевышний Аллах говорит: «Я даровал бы ему свое общество, что он не нуждался бы ни в ком другом». Здесь речь идет о том, что цель создания этого мира, цель создания земли и людей, и других творений являются верующие люди. И с приобретением, то есть с постижением этой цели в лице хотя бы одного лишь субъекта, цель считается достигнутой. И поэтому Всевышний Аллах говорит: если бы на земле был бы всего лишь один человек, верующий, то я был бы доволен и не нуждался бы в том, чтобы создавать другие творения. Это опять-таки говорит о высоком положении веры. Еще один хадис прочту, и, иншаллах, на этом закончим сегодня. В дальнейшем постараемся, основываясь на словах Всевышнего Аллаха из Корана и на хадисах, постараемся прояснить суть веры, что она из себя представляет. Хадис от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который изволил сказать: «Юайиру Аллаху абдан мин ибадихи йаум аль-кияма». Всевышний Аллах будет порицать своего раба, одного из своих рабов, в день суда, судный день. «Фаягулю абди, ма манаака измаризду». «О мой раб, что тебе помешало навестить меня в тот момент, когда я был болен?» Здесь этот раб, этот человек удивляется и приходит в удивление и говорит ему Всевышнему Аллаху, что как ты причист от того, чтобы испытывать боль или болеть. Здесь Всевышний Аллах говорит: «Ва иззати ва джалали лав уттаху ла ваджаттани инда». То есть, когда заболел твой брат мумин, твой брат верующий, клянусь своим могуществом, если бы ты посетил его в этот момент, посетил этого верующего, своего брата, посетил в тот момент, когда он заболел, несомненно, нашел бы меня там. «Сумма ля такафальту и хаваиджика». И, возможно, у некоторых людей, которые сталкиваются с данным случаем, возникнут вопросы, что... То есть это опять-таки ответ на предполагаемый вопрос или сомнение. Некоторые люди могут сказать: «У меня не было времени, не было возможности посетить, навестить своего брата верующего, так как я был занят делами, у меня семья, дети, я должен их кормить». И Всевышний Аллах отвечает здесь на данный вопрос, который еще не поставлен, на предполагаемый вопрос или сомнение: «Если бы ты навестил его, я бы сам», Всевышний Аллах говорит, «я бы сам даровал бы тебе, то есть
убрал бы тебе с твоего пути те нужду, ту нужду, которую ты испытывал. То есть я сам тебе даровал бы и деньги, и имущество, в котором ты нуждался, и за которым ты пошел и не смог навести своего брата. Залика мин керамати абди аль-мумин. И это все ради уважения, ради почтения моего раба, верующего раба. То есть мы видим, что положение верующего исключительно из-за его веры перед Всевышним Аллахом обладает огромным положением, огромным достоинством. И хотелось бы впоследствии кое-что добавить. Здесь речь идет о том, чтобы проявить к верующему какое-либо уважение, какое-либо почтение. Но я бы сказал бы иначе, так как условия, в которых мы живем, и мир, в котором мы живем, имеет другие обстоятельства. Я бы сказал бы, что нам бы, то есть мне лично самому, было бы достаточно того, чтобы избежать нанесения обиды или какого-то вреда человеку верующему, мумину, не говоря уже о том, чтобы проявлять ему какое-то почтение или уважение. Иншаллах, на этом закончим, на следующих уроках продолжим, будем рассматривать, постараемся, опираясь на слова Ахлибейт алейхиссалам, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхиссалам, и священного Корана, постараемся прояснить каким-то образом сущность веры. Сделаем небольшой дуа, иншаллах, прочитаем молитву от вас. Я Аллах, 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 я Аллах. О Аллах, внеси в наши сердца ту веру, в которую ты восхвалил в своем священном Коране и посредством своего посланника, и посредством своих наместников. Аминь. Сделай нас из числа тех своих рабов, которые постигнут то счастье и не будут из числа тех, кто будут в убытке. Аминь. И дай нам умереть с любовью и с верой в Тебя, и с любовью к Твоему посланнику, и с любовью к Твоим наместникам, к 12 имамам, и Фатимату Захра, саламуллах алейха. Аминь. И дай нам умереть с ненавистью к тем антиценностям, которых ты проклинаешь в своем священном Коране, и к твоим врагам, и с ненавистью к врагам посланника твоего и твоих наместников в лице 12 имамов. Аллахумма салли аля Мухаммад ва али Мухаммад.